Надежда Борисова – одна из 8 участниц танцевального коллектива «Ретро-стиль». Приходит на все репетиции, шьет костюмы для выступлений своими руками. Танцевать на празднике, посвященному Дню народного единства, во Дворце ветеранов для Надежды и остальных участниц коллектива уже традиция. Нам нравится, что мы людей радуем, видим такие лица восторженные. И нравится, самим нравится, мы как-то, настроение у нас поднимается, мы много комплиментов получаем и как бы сами прям поднимаемся. Традиционный концерт «России единством крепка» проходит во Дворце ветеранов ежегодно. В этот раз в зале собралось около 70 человек. Для зрителей выступили как танцевальные, так и песенные коллективы. Помимо концерта, зрители вместе с организаторами вспомнили историю праздника. Красным днем календаря 4 ноября стало в 2005 году. Но свое начало День народного единства берет еще в 1612. Тогда Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин возглавили народное ополчение и освободили Москву от польских захватчиков. На нашей сцене мы будем в очередной раз говорить о победах наших предков, о славе нашей великой России, о том, какие замечательные люди живут в нашей стране. И как мы гордимся, что мы все россияне. День народного единства объединяет всех россиян, более 190 национальностей, призывает вспомнить историю страны и наших предков. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.